Музей Великой Отечественной войны стал площадкой для обсуждения важности военно-исторического наследия, о патриотическом воспитании молодежи еще накануне Дня защитника Отечества и столетия вооруженных сил Беларуси говорили ветераны, представители общественных организаций, Министерства обороны, образования, а также музейные работники. Речь шла о том, как грамотно донести правдивую информацию будущим поколениям о военных событиях 20-го столетия, в том числе учитывая распространение неонацистских идей в Европе. Республика Беларусь стала первой на постсоветском пространстве, где вот возвращены высокие смыслы вот этой победы в Великой Отечественной войне, где с избранием главы государства создана система национальной безопасности адекватная и создана система, которая позволяет формировать именно объективно формировать общественное мнение, которое способно противостоять этим вызовам и угрозам. Это многого стоит. Узнать о сражениях и подвигах на поле боя и в тылу юные белорусы могут не только благодаря музейной экспозиции, но и пока еще от участников тех событий. В Беларуси память о военных действиях хранят более 9 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.